В США и России стартует новый образовательный проект «Спорт Юнайтед послы баскетбола». В рамках этой программы в Москву и Нью-Йорк по обмену отправятся около 50 школьников и тренеров. Проект рассчитан на юношей и девушек в возрасте от 15 до 17 лет, которые занимаются баскетболом на любительском уровне, а также на профессиональных баскетбольных тренеров. В течение почти 2 недель у американцев и россиян будет возможность обменяться спортивным опытом и посетить достопримечательности Москвы и Нью-Йорка. Программа организована Русско-американским фондом по инициативе Государственного департамента США и проходит при поддержке Ассоциации студенческого баскетбола России. Это своеобразный мост между двумя великими странами, которые на сегодняшний день, ну, на мой взгляд, ведущие страны в мире. И обмен опытом, любым опытом, он будет полезен. Мы все, естественно, хотели бы, чтобы наши дети, наши там, подростки, студенты, они играли, имели возможность играть между собой и доказывать свою состоятельность не, скажем так, не с оружием в руках, да, а с баскетбольным мячом. Потому что мне кажется, что спорт – это прекрасная альтернатива любому спору, любому там, не конфликту, а любой ситуации для разрешения. Мы живем в огромном мире, в котором необходим культурный диалог. Тем более сейчас, когда между нашими странами так много недопонимания. Российско-американский фонд старается наладить контакты между гражданами обеих стран на всех уровнях. В этом проекте мы хотим помочь школьникам и баскетбольным тренерам улучшить свой профессиональный уровень, а также узнать друг друга.